Это на какое место? То есть там на степерах там или на дорожке. Серьезно, этим тоже надо заниматься? Это же живой человек, а он ему кости ломает. Я начал жизнь в трущобах городских. Я есть хотел, я пить хотел. Ощущение, ну как неоконченный секс. А так вообще невозможно. Блин, чувак, что ты мне подарил? Время 4 утра, я заснуть не могу. Качок и стоп-кача. Кто такой и как тренируется на самом деле? А также мэнс физик против актера. Заруба за банку нитропампа. Ради него он готов разорвать свои засушенные плечи. Кирилла Мелехова мы заметили на фитнес-уикенде у Дмитрия Яшанькина, где он впервые выступил не в роли актера, а в роли спортсмена на соревновании по бодибилдингу. Опыт этот был пусть и не самым удачным, но и не последним. Уже в конце августа Кирилл собрался попробовать себя на очередном старте. Ну и само собой, нам стало интересно, как готовится актер к этому выступлению. Ну и вот, вместе с нашим ведущим Юрием Голубевым, который, кстати, взялся тренировать Кирилла, мы в X-Fit'е на Чистых прудах. Из плавания я ушел в триатлон, там я тоже ДКМС занимался. И вот мы плавали в открытой воде. То есть, получается, вот на Волге мы плавали, чертят этот квадрат, и ты плывешь сначала те течения в один бок, потом ты плывешь против течения, потом те течения в другой бок, и потом ты плывешь по течению уже. В Сейшелах мы снимали первый сезон «Острова», а после съемок с оператором бегали по 10 километров кросса по горам по этим. И рекорд у нас там был 17 километров. Хватит вопросов, пошли тренить. Ну ты скажи, она хоть что-то тебе дает сейчас, чувствуешь? Конечно. Бодрость духа. Окрыляет. Пойдем. Проверим, насколько меня окрылило. Кирилл Мелехов – это вам, конечно, не Арнольд Шварценеггер, но все же снялся в примерно 50 различных картинах. В большинстве случаев играл накачанных и брутальных парней. Любители кино и сериалов помнят его по картинам «Приставы», «Кухня» и «Остров». Ну а те, кто живет в Ютубе и Инстаграме, знают его по нашумевшему ролику «Стоп кач», собравшему только на официальном канале его автора более 2 миллионов просмотров. Ну а еще Кирилл и любитель повеселить своих подписчиков в Инсте забавными роликами на спортивную тематику. Сиги есть? Не дурю. Иди стрельни. Чего? Бабки гони. А? Ну? А где мое мороженое? Малыш, прости, пожалуйста, я его скушала. Чувак, скорую вызови. Она съела мое мороженое. Да ну нафиг. Вот сука. Это мое мороженое. Вообще, изначально мы и вправду собирались снять реальную такую хардкорную тренировку с Кириллом Мелеховым. Но, как вы уже заметили, наш ведущий встретил в зале своих знакомых, беседа с которыми затянулась. Под кардио ты баню умеешь? Нет, кардио – это бег, то есть там на степерах там, или на дорожке. Серьезно, этим тоже надо заниматься? Профессионально.
профессионалы особенно ссылаются. Ты что, уснул там? Не видя. Ребята, короче, хватит слушать эту ниндзятину. Сейчас пойдем потренируемся, я покажу нормальную тренировку. Как качаюсь я? Приходите в зал? Ну, сейчас скажу, да, там как он вставал. Оп! Хотите такие же банки, как у меня? Тогда слушай тренировку. Пришел в спортзал. Не проходи мимо буфета. Зайди, съешь пирожок, выпей кофейку. Дальше посиди, перевари, полистай Инстаграм. Зайди, кстати, на мою страницу, подпишись. Вот, потом со спокойной душой идешь в зал. Прошелся, со всеми поздоровался. Ну, чтобы теми, типа, я тут позанимался. Я красавчик. Дальше. Незаметно переходите в зону спа. Ну, бассейн, баня. Заныриваете в бассейн. Проплыли 50 метров, постояли, поболтали, еще 50 метров. Время прошло, все подумали, что вы поплавали, вот такой пловец, спортсмен. И бегом в хамамчик, ребята, сушиться. Калории, калории, водичка сходит, сходит. А потом... И раздаем его. Это на какое место? Делаем тягу. Наклоняемся, таз назад отводим. Ягодицы сжимаем, поднимаемся. Я сейчас поправлю. Максимальная мускулистость. Все. Вот так вот. А говоришь, актер. Работаем, работаем, не отвлекаемся на спортсменов. Через полчаса дело все-таки дошло до жима лежа. Ну а у Мелехова появился новый отвлекающий фактор. Ага. Я настраиваюсь на жим. Да, сняло. Ты вот отвлекаешься вот на это все. А я говорю, нельзя выгнать их из зала. Хотя, правильно. А как же... Я вот все понять не могу, а правильно, а неправильно. В итоге рекордный вес взять ему так и не удалось. Прям шторил. Короче, дядю, хорош уже балаболить. Давай покажу свою тренировку. Я думаю, ребятам будет интересно. И это только первое упражнение. Отдыхиваемся, приводим дыхание в порядок. Да, только более чисто делаешь. Ага. У Арнольда было специально такое приспособление на поясе. Ага, чтобы видел. Качественно, именно чисто делать. Да. Скажи, вот различие не до отказа и до отказа. Не до отказа ощущение... Ну, как неоконченный секс. Ну, серьезно, когда ты делаешь недоотказ, у тебя мышцы, ну, вроде ты их прокачал, протренировал, но что-то не то не хватает. А когда ты уже до отказа, у тебя вот эти мурашки идут, судороги такие небольшие, вот чувствуешь, как прям кожа разрывается и нарастает мясо такое. Ты до этого сколько отдыхал? Минут 5. Вообще, когда вот мы с тобой встретились? А, вообще минуту отдыхал. Минуту. И дальше шел. И результатов не было особых. У меня весовых не было никогда. У меня вот, ну, прям в жиме наклонном я до 80 дошел. 80 на 12. На последней тренировке я сделал 80 на 17, что ли. И сотку 3 по 7 зафигачил. А на раз 120 я как раз выжил в наклоне. То есть мы всегда работаем до отказа. Всегда до отказа. Но делаем большую паузу. Но не стоим там 15-20 минут, а делаем... Подтягивание, пресс. А ты раньше 17 сделал, допустим. Через минуту ты идешь делать жим. И у тебя прогрессия какая? 17, потом, наверное... 15, ну, если да, не 13. Если не 13. Ну да, ну смотри, какой вес. А потом? А потом, ну, 8. А потом домой. А так это позволяет стабильно удерживать вес. Но и здесь тренировка закончилась, не успев начаться. Я пока тренируюсь, дядя Юра, смотри, что делает там. Ну вот как так можно, а? Ну, это же живой человек, а он ему кости ломает. Говорит, я тебе помогаю, сейчас это, выздоровеешь. Дикуль нашелся. Да и вообще, мол, скучно тягать железо просто так.
А давай мы с ним батл, кстати, устроим. Он же говорит, что он там делает 84 чего-то там. Ну ты сейчас уже, пожалуй, не боишься проиграть? Давай попробуем. На максимальное количество повторений с 60. Да. А потом до максимального веса. Да. С 60 начинаем. 60. И повышаем по 5 килограмм. Ну, по 5 это много подходов получится. Давай хотя бы... Думаешь? Ну смотри, если у тебя 80 сидя на 4 ты делаешь, да, последним подходом, то это 4, 60, 65, 70, 75, 80. Это только пятый подход 80 будет. По-моему, дофига. Ну давай тогда по 10. Давай до 80 идем по 10, а потом по 2,5. Давай первый. У нас появился приз, поэтому победитель нашей зарубы получит этот тонизирующий напиток. Вот да, ради него я готов зарубиться по полу. Ради него он готов разорвать свои засушенные плечи. Кстати, соперник Мелехова по этой зарубе, зовут его Глеб, как оказалось, абсолютный чемпион Урала и Кубка Яшанькина, а также серебряный призер Кубка России. 13, давай, жми! Давай! Похоже, Мелехов и сам удивился. Но в этом состязании он оказался сильнее вице-чемпиона России. Сколько? Красава. 15. И 13. За то, что ты боролся, за то, что ты на сушке, на, поправляй здоровье. Спасибо. У меня все равно такого еще много. Тренование? Можно. Второй на России. Я тоже скоро. Ну, правда, я первым буду. Ну и, как говорится, пресс на добивку. Так, а теперь мы идем на пресс. Наш трисет должен быть окончен. Вес нормальный? Давай. Пока дядя Юра не видит, блинчик ему накинули. Че, дядя Юр, как идет? Тяжело. Ну так, она тут такой угол необычный. А если самому держать? Ну, о! Ребята, я модернизировал данный тренажер. Теперь работает и нижний, и верхний пресс одновременно. А так вообще невозможно. Я честно делаю пресс почти каждую тренировку. Но мы хорошо модернизировали этот тренажер, и он убил этот пресс. Хороший такой. Да, реально. Вот красавчики, кто придумал этот тренажер, реально горит да нельзя. Надо добить обязательно до отказа. Первая агония позади. Идем дальше. Так, дошли до отказа, снимаю вес. Пошли дальше. Ноги. А, ноги уже не могу держать даже. Держи. Бегемотик родил. Не хочу я себе красивый живот. Хочу один большой кубик. Вот такой. Пойду я в пауэрлифтеры. Кстати, партнер показа – компания «Гион Спорт Нутришн». «Нитропамп» и «Гуарана» – самые бодрящие продукты от «Гиона». Мелехову – подарок. Да! Спасибо большое. От фирмы «Гион». Я тебе даю замечательные продукты. Ну, это, сам понимаешь. Маракуйя. Самое главное – это вот этот подзаряд «Гуарана». Спасибо большое, дядя Юр. Спасибо, очень приятно. Кстати, а сколько времени? Ну, уже 12 часов. Так, ребят, давайте все свалить, мне работать пора. Все, всем пока, спасибо. Все, я побежал работать. Что делаешь-то? Че, актерская жизнь, кушать-то хочется. Давайте, все, клуб закрыт, идите, мне сейчас начальство уволит. Подписывайтесь на канал и следите за новостями. Скоро новые видео. Начал жизнь в трущобах городских. Я есть хотел, я пить хотел. Блин, чувак, что ты мне подарил? Время 4 утра, я заснуть не могу.